хотел бы я оказаться на его месте. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Похоже, назревает проблема. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Каждый раз одна и та же история. Это было не слишком умно. Люди всегда болтают. Может быть. Я думал, это выяснили еще очень давно. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Эй, что ты здесь делаешь? Я здесь по приказу магов воды. Я ищу магические камни, называемые также юниторами. Ты ищешь юниторы? Храбрый парень. Сатурас и другие маги из нового лагеря хотят использовать их для того, чтобы взорвать барьер и освободить нас из заточения. Я поверю в это только когда увижу своими собственными глазами. Могу сказать то же самое. Но как ты оказался здесь? Я тут размышляю, не заглянуть ли мне в старый форт в горах. Знаешь, мне бы весьма пригодился один документ. С другой стороны, отправляться туда одному довольно опасно. Как ты сумел миновать эту живую гору? Я многому научился у гуру. Мне помогает магия. Что за документ ты разыскиваешь? Много лет назад в форте жил правитель этих земель. Он владел землей и всеми шахтами. Разумеется, у него был документ, подтверждающий право владения, как и у любого аристократа. Эту бумагу я и хочу отыскать. Но здесь, внутри барьера, от нее не будет никакого прока. Верно. Но если магам воды удастся уничтожить барьер, этот документ вновь обретет свою цену. Мы могли бы заглянуть в форт вместе. Хорошая идея. Иди вперед, я буду рядом. Твоя очередь, ублюдок!
А я очень блюдо. Пойду поищу наверху. Твоя очередь, ублюдок. Это очень интересно. Это очень интересно. Тут что-то об алхимии.
Похоже, твой юнитор там. Да, действительно похоже. Добраться до него не так-то легко. Я нашел твою бумагу. Отлично. Возьми эти свитки. Они помогут тебе добраться до юнитора. Я буду ждать тебя внизу, у пьедестала. Идем. Теперь мы оба нашли то, что хотели. Я останусь здесь и буду изучать старые книги. Мы еще встретимся.